Пьеса итальянца Карло Гальдони «Слуга двух господ» была написана в конце 18 века. На широкий экран прославленный советский фильм «Труффальдино из Бергамо» вышел в 70-х годах 20 века. А сейчас, на исходе 2019-го, на сцене Ивановского драматического новое прочтение классической комедийной истории. Вот как экранизация телефильма с Райкиным, с Гундарем, с той же музыкой Колкера, Александра Колкера, так что... И музыка замечательная, и танцы, и все это немножко так осовременено. То есть, я думаю, публике будет интересно всех возрастов. «Слуга двух господ» – это музыкальная комедия положений. На сцене она выглядит очень ярко за счет массивных декораций, стилизованных под эпоху костюмов, грима артистов и, безусловно, яркой игры. А что мы ставим в середине? А в середине мы поставим суп! Да что вы, кто ставит суп в середине? Варвар! Селедку ставят суп! Мясо! Соус! Не упади, боже! Так у нас совсем не будет толку! До премьеры остается буквально пару дней, поэтому репетиции и прогоны идут полным ходом. Артистов на интервью нам удалось поймать буквально на бегу. Насколько сложно в такой динамичной обстановке играть? Невероятно! Я побежал! Через минуту побегу! Спасибо! Каждый персонаж пьесы Гальдони – харизматичная индивидуальность, но передать это со сцены артистам удается. Главную роль хитреца Труффальдино исполняет артист драматического Михаил Богданов. Отвечу вам фразой Константина Сергеевича Станиславского. Артист должен сложное сделать привычным, привычное – легким, а легкое – прекрасным. Вот думаю, нам удается сделать тяжелое – прекрасным. Все, извините. Из дополнительных сложностей, с которыми сталкиваются артисты, культурный бэкграунд. Зрители постарше неизбежно будут сравнивать постановку с советским фильмом. Но, уверены артисты, это общего впечатления не испортит. Сравнивать будут, но у нас свое здесь решение, режиссерское, художника, художника по свету, хореографа. Конечно, фильм не переплюнуть, но сделать по-своему как-то это можно. И вот мы попытались это воплотить на сцене. Пьеса «Слуга двух господ» откроет 86-й сезон Ивановского драматического театра. Премьера комедии запланирована на 5 октября. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.